Одинцовские единороссы организовали для студентов Звенигородского юридического колледжа экскурсию в местное отделение пенсионного фонда. Ребята увидели, как работает клиентская служба, куда поступают заявления от граждан, и понаблюдали за процессом автоматического начисления пенсий и социальных выплат. Учащихся пригласили пройти в отделение практику. В дальнейшем, после получения образования, молодые люди смогут пополнить ряды сотрудников организации.